Да, музычка красивая здесь. Хорошо. Всем здорово. YouTube, Twitch, всем привет. Решил я все-таки начать проходить свои игры, которые я, так сказать, потратил, на которые 1005 в Стиме. Решил все-таки начать их проходить. Не просто, чтобы они у меня были в коллекции, да, в библиотеке. Еще и пусть будут они хотя бы пройдены. Не знаю, как далеко я пройду эту игру. Хотелось бы пройти ее полностью. Музыка здесь очень красивая. Вообще, стрим не зря назван Кракуба. Красиво. Потому что... приятная игра, приятная. Хорошо, начнем игру. Проходить буду на геймпаде. В глуши пустой твое прошепчут имя с почтением, но также и тоской. Ведь души наши дикие, ручными никто не сделал бы, кроме тебя, такой. Отрывок из Элегии. Добрейшего утречка, да я не в школе. Прогуливаешь? Ничего не понял, но очень интересно. Я во время касс-сцен постараюсь молчать, чтобы хотя бы что-то было понятно. На стриме как, нормально, не лагает? Иду такая себе в школу, и в глазах начинает темнеть. Ну ты, блин, спать надо. Все, это начало уже. Так, это атака, это прыжок, это непонятно что. Куцэшо, игра. Так, все, пока что у меня ничего нету. Могу только бегать и бить. Это платформерная игра. Как мне говорят, с красивым сюжетом, с красивым миром. Плюс еще и сложная. Типа как Dark Souls. Но здесь я не вижу сложности в плане... просто надо быть аккуратным, вот и все. То есть, что-то типа этого. А ты чё, Никит, тоже не в школе? Просто надо быть аккуратным, и тогда будет легко против этих монстров. Так, мне кажется, там в начале точно должен быть секрет. Потому что в таких играх очень много всегда секретов в стенках. Такое всегда бывает. Ну да, как я и думал. Увидим, какой тут сюжет и сложность. Я тебе мем в инсту скинула. Еще чекну. После игры. Хотя для Никиты эта игра будет очень сложной, но спасибо. Спасибо, да. Вы меня верите. Может, я пройду, ни разу не умерев? А? Не, хотя я... на боссах я точно умру. Я, кстати, неплохо играю в эти... в... как они называются?
платформеры. Ну, здорово. Осмотреть. А что это такое? А что с тобой было в среду на тренировке? Никит, не лезь, блядь. Высшие существа, эти слова лишь для вас великой силы вы выделяете среди нас. Сфокусируйте душу и достигайте совершения, которые другие могут только мечтать. Удерживайте... Бля, вот что я должен... А, нолик удерживать, чтобы фокусировать ее и лечиться. Ага, понятно. Ага. Ну, мне пока лечиться не надо. Так, летающие челдесы. Ты чё, куда лезешь? Вас тут. Бля, сразу два. Челик бомбой. Фа! Бля! Ясно. Глэк. Но я это не считается, что я умер. Это не считается, что я умер. Бля, сука. Так, падать туда нельзя, понятно. Так, давайте посмотрим. Так, а интересно, где секрет? Тут или там? Манго туда сначала. По идее, тут это... Ни разу не сдохнув и два раза... Я не сдох. Сдохну я, это когда я потеряю все жизни. Вон тут у меня маски. Где кружочек, там маски. Ух, ебать. Неправда, неправда. Секретов больше нет. Да бля, вот летающие меня больше всех напрягают. Здорово, ебать. Эй, куда ты смотришь? А куда он начал смотреть? Чё за не за справедливость? Ой, я вверх могу бить еще. Окей. Не, на на джойстиках сложно. Все шо. О, дополнительной жизни, что ли? Вниз тоже можешь бить в прыжке, да? А, да. Короче, сложности пока что только с этими, с летающими. Эти-то не сложные. Да вообще, блин, сложности пока нет. А, вижу цель, не вижу препятствий. Блядь! Сук. Напугался. Эта игра совсем не сложная, и тут Никита, ого, я могу ее вверх бить. Ничего сложного. Так, ну туда, я так понимаю, пока не могу. Не долечу. Или долечу. Проверочка. Нет, не долетел. Точно не долечу. Да бля. Такой чувство, когда на башку упадет сейчас. Так, а интересно, до туда я смогу допрыгнуть? Там было место. Ясно, заново. Но там было место, куда можно было прыгнуть. Ты сука! Сейчас сдохну. Если я сейчас сдохну в начале, это же капец, я глэк. Чё? Можешь, если будешь бить под себя? Типа в иголки бить? О, нет, это что-то сложно. Высшие существа... Да, в иголки можно бить. Высшие существа... Б... Пахнет наёбкой какой-то.
Я сейчас проверю. Так, блядь, я не успел прочитать. Высшие существа, эти слова лишь для вас. Выступайте на землю короля и создателя. Перейдите границы и примите наш закон. Станьте свидетелем последней единственной цивилизации Вечного Королевства. Хаунест. О! Да бля! Последняя жизнь. Если я умру, то чё? Бля! Вот и проверим. Всё заново? Вообще всё? А, нет. Интересно, интересно, да. И где все мои деньги накопленные? Ясно, бля. Так, геймплей, ой, геймпад. Пожалуйста, не лагай. Там осталась душа, ее убьешь и... Ага. Там была проверка. Это была проверка. Могу ли я на иголочках? Блин, на иголках сложно. Ладно, сейчас быстро дойду до туда. Все, я уже дошел, считай. Главное... Бля, я там далеко, кстати, умер. Опа. А как мне ебать? Все. Пройди иголки, там первый амулет. Блять! Фу. Фу. Высшие существа, эти слова лишь для вас. Наша земля не прячется, а не прячьте свои истинные обличия. Пусть все греются в лучах вашего величия. И только в этом королевстве могли возникнуть такие, как вы. Спасибо, да. Здорово. Найден амулет. Ярость павшего. Будучи надетым, амулет дарует вам могучие способности. Чтобы надеть амулет, сядьте на скамейку и откройте меню амулет. Ага. О. Посидим тут, что ли? А, вот где я все, я понял. Окей, спасибо за инфу. Полезное. Я бы, наверное... Мне интересно, сам бы я когда узнал, что тут можно так делать? Даже же, блин, хрен догадаешься. Он так ходит. Что вам напоминает звук вот этот, когда он ходит? Блять. Фу. О, я и сюда добрался. Найс. Боблишка. Thank you.
Так, это мы уже читали. Звук мокрых ног. Ну да, почти. Уек. Блять, симулятор газонокосильщика какого-то. Он мне за это заплатит? Грязь мут, угасающий город. Здорово. Привет, путешественник. Увы, встреча не пышная, но боюсь, здесь осталось один лишь я. Как видишь, наш городок слегка опустел. Остальные жители города тоже пропали. Одним за другим спустились они в колодец, желая попасть в пещеры внизу. На чем играешь? На компьютере? Через геймпад? PlayStation-ский? Под нашим городом раньше располагалось Великое Королевство. Оно давно лежит в руинах, но все еще манит народ своей глубины. Кажется, что тьма руин порочит многое богатство, славы и прав... Просвещение. Уверен, что и ты ищешь там свои грезы. Так что будь начеку, воздух там больной. Всякая тварь сходит с ума, а путешественники забывают себя. Возможно, грезы не так уж и хороши. Так, а чтобы надеть амулет, сядьте на скамейку и откройте меню амулетов. Ага, нифига тут амулетов. Разве тех, кто остался смертью лицом к лицу, если носитель близок к смерти, его ему мощь увеличится. Ясно. Играя через компьютер, да, на геймпаде от от плойки. Наш магазин карт и сопутствующих товаров откроется совсем скоро. И Зельда, и Корнифер. Корнифер. Так, это, понимаю, нам сюда. А если нам сюда? Каменная дверь с простым замком. Так, а как тут карту открыть? Нет, это амулеты. Забытое перепутье. Так, это по... Ой. А чё, если я постоянно буду умирать, я буду воскрешаться в самом начале? Что, с ума можно сойти? Надеюсь, что нет. Так. А, у Корнфера... Понял. Ну шо, погнали. Так, вот эти какие-то необычные. Ага, они ползать умеют. Так, для этих двух надо, а вот на этого. Для этих тоже двух. На последней лавочке после смерти. А, ну все, тогда окей. Ну что, начинаем. Я думал, тут будет больше музыки, потому что прям в начальном меню она прям... Прям классная. Так, меня больше всего напрягает летающее. Это же не босс? Ля улиткич. Это этот. Блять, как это? Гусеница, ёпта. Здорово. Ага. Я вообще люблю, как бы, у меня как, знаете, желание поиграть в платформеры очень сильно. Я очень люблю платформеры в них, вот особенно начинаю в них играть. Но я еще ни один платформер, вот особенно всякие старых игр, я ни один не проходил. А. Ну и что, я его вверх ударю? Видишь, чуть не достаю. Единственный платформер, который я проходил, это были эти жабки. И то я проходил с другом.
там вдвоем, когда играешь. Так. Там эти сопли летающие меня что-то набивают. И чё, эти штуки все... Ой-ой-ой. А мне надо туда? Так, вот сад какой-то. Так, а чё мне делать? Просто бегать здесь, искать что-то? Какой-то сад. Путники Хелмста, следы за буйными зарослями и грибами, в общем, в самом сердце королевства. Там исполняются все желания, откроется истина. Выходит платформер от Лиги. Так, это что, еще ниже? Что это такое? Нет, чувствую, пока мне сюда не надо, или нахуй. Дядя. Блин, а эти что, постоянно будут спавниться? Ну, понятно, в полете, да. По Лиге я видел, да, платформер. Может, мне в другую сторону надо было пойти? Вниз идти? Я думал, типа, чем ниже, тем там сложнее. А, здорово. Бля, комар. О, привет. Исследуешь эти красивые старые руины? Не стану тебе мешать. Признаться, я тоже люблю исследовать. Нет больше удовольствия, чем потерять путь и обрести его вновь. Ну, тебе ужасно повезло. Я картограф. Чем на жизнь и зарабатываю. Сейчас вот дорисовываю карту этой области. Хочешь купить копию моих набросков? Да. Удерживайте L1, чтобы посмотреть на карту текущей области. Карта вещь довольно полезная, но ее одной недостаточно, чтобы знать, где находишься. Если тебе нелегко ориентироваться на местности, советую купить компас у моей жены Изельды. Изельды. Обожаю имя Изольда. Вот была бы Изольда вообще. Это что, комар? Да. Значит, как нажим магазин карты? Будет продавать там всякие полезные для путешественников, типа тебя. Порой она будет продавать мои старые карты. А я буду забегать, как бы, зарисовывать очередные области. Ой, нет. Так, все, я уже с тобой говорил. Так, вот комар. Ага. Грязь мут, комар. Ага, ты... А, это вся область, что ли? Надо бы ее зачистить. Так, подожди. Вот он еще показывает, что вниз куда-то можно, я так понимаю. Тут он не зачистил. У тебя был комар. Ух, еба. Ядрить. Что это? The fuck! Мне надо это, знаете? Мне, короче, надо выработать, если я на иголки падаю. Рефлекс. Не, что-то мне кажется, я точно куда-то не туда иду. Так, тут никого нет. Так, вон туда можно. А я думаю... Бляха. Мне кажется, я знаю, как это сделать. Оп, бля. Ну, я правильно мыслю. Оп,
Сосать. Ничего, приноровлюсь. Я давно вообще с геймпадом не играл. Бля! Если я сейчас сдохну, это, конечно, капец. Так, вот в эту сторону еще можно. Фух, у меня руки потеют, капец. А куда монетки улетают, лол? Так, кстати, тут можно капец забогатить. Да фак! У меня проблема, я, бля, сгораю очень быстро. Куда монетки все упали? Продумано, капец. Ну и где они? Что-то маловато как-то. Сука! Бля! Фак. Еще? Вы что творите, блядь? Джиз, блядь. Я пока не могу туда зайти, денег нет. Фак, вот это Джоушка, конечно, ловкера была сейчас. Ладно, сюда. Так, вон моя душа. И так получается, если я умру еще раз, то я, потеряв душу, да? Ай, дядя. Теряешь деньги? Бля. Я так ненавижу эту хрень. Я в Dark Souls так один раз сгорел. Я там набил вот эти очки, за которые прокачку. Так их много накопил. И сдох от какого-то бомжа. Я же не умру от этого. Не умру. Сдох от бомжа чисто. Вот тогда у меня реально пригорело. Че это за рок там? Так, мне главное сейчас что сделать? Это тыкнуть свою душу. Еще прикинь, меня еще душа убьет. Нет, ладно, все, душа не убьет, уже норм. Фу, блядь. Да, да, да. Че еще скажешь? Здорово, ебать. Уу! Бля, это даже не боссы. А мне уже страшно. Уже потеют ладо... Фак! Я был уверен, что я не попадусь. Бля, это как так? Соси. Отсоси. Фух. Так, а где я не показано, да? Угу. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на YouTube, на Twitch и в Instagram. Спасибо за просмотр.